тем, что они все-таки заблудились в неведомом лесу. Пусть блуждают там и дальше. Опять в резервации, я устал видеть сны про свои инкарнации, где тела так тесны. Инженер человеческих крыш, времена пресловутой весны. Как предавший из преданных, я хотел видеть рай, где 30 серебряных может счастлив на чай. Дать бы на лапу дьяволу или Богу на чай. Резервация, периферия вселенной, в материальных слоях тональность ля-ля-ля. На планете Земля. Здесь пахари порхают на поле от рахарь к притону. Мы все дальше от Фрейда, но не ближе к Платону. Жизнь между ног, между ног, между доном и стоном. Постовой перепутал с кокардою золото нимба и хотел было честь мне отдать, как последняя нимфа. Токаря на токарище бьются током до первой лимфы. Резервация, периферия вселенной, материальных слоях тональности ля-ля-ля. На планете Земля. А нас ждали у места зачатия, как Бога народ. Но мы вышли, как люди, как надо, сквозь задний проход. Все решили, что мы экскремент, и махнули, а сойдет. А потом, приглядевшись, сказали, ну ё... В резервацию на периферию вселенной, а попозже пошлем эмиссара, он всех их спасет. Мы-то думали, что мы пионеры, а пришли заповедные зоны. Комиссионные миссионеры, а без у них шиера без зоны. Розу мира из уст, из ри, и под дозой ветров. Я, о крови веки вия, и Сикстинской капеллой грянь, я. Коль имеешь силы, отри этот мир, он, наверное, дрянь. Но на каждый бездонный инь здесь найдется безмерный янь. Ну, я кончил шлифаксом мне сны, после словия, что ты долго молчишь. Времена пресловутой весны. Инженер человеческих крыш,
Спасибо. Раз-раз, это откуда? Гитару чуть-чуть потише тебе нужно. Понял. Сейчас, секунду. Так. Совсем тихо, да? Это как-то автоматом случилось. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ага. Фасадов сквозь всплески парадного боя. Мы держали осаду и думали только про Ноя. Нас под звоны монет засосало болото парное. Вот тебе и меня, и в довесок еще паранойя. Жжённый мозг кто-то сваи колотит. Триста лет на болоте. Не уйти нам от мокрой работы. Не оставить чахоточный труд. Темные силы болота нас питают и тут же гнетут. Мы, ядрина шумать, пребываем в вальяжной дремоте. Триста лет на болоте. Отбиться от пут. Нас завялят живьем по сто мумий на нить. Так и рыбы, они уплывут, а мы здесь живем. Нам уже некуда плыть, некуда плыть, некуда плыть. 90% воды вместо крови и плоти. 300 лет на болоте. И мы, как рыбы, не мы, рабы не вы. И все приметы правы, мы гнием с головы. Наши ласты мутируют в ноги в болотной среде. И тут хочешь, не хочешь, иди по воде, иди по воде, иди по воде, иди по воде.
руками. Годы стикса текут, послежавшийся камень. Нам осталось смотреть, как прогулочно просто брод Иосиф идет на Васильевский остров. Сейчас, секундочку. А, вот. От своей крутизны, плача и хохоча, ты дошел до предела, как подснежник, до сни до весны, видя сны про запчасти женского тела. Падая с неба в аскезу, спускаясь в астрал, я ощущаю, что явно здесь кто-то уже был. Отчего нас сюда изблевали? Уста Бога для века сего. Мы остались, как есть распиздяи, ибо мы будем словом его. Имя нам легион, а фамилия рать. Корней я должен держаться, чтобы стоять. Пора бы да бы дуба дам. Лучше буду развешан на рее, буду реть с улыбкою монстра. Ибо дамы, которые бреют, колюсь маму особенно остро. Ну не срубил, не срубил, не взорвал, не взорвал, не убил, не попал. Бывало, лежу в неглиже и блужу, предаваясь интиму. Кому кошки скребут на душе, кому крошки царапают спину. Если б я мог выбирать, я бы стал под лицом в эротическом фильме.
счастливым концом. Пора бы, да бы, дуба, да. Есть ли музыка после смерти? Думал я, напряженно ковыряясь в носу. Тебя в кресло посадят на вертел, и всю смерть будешь слушать попсу. Но не срубил, не срубил, не взорвал, не взорвал, не убил, но не попал. А мы, кабы, мы падаем в пабы, где горланит оральный хорал. Лучше баб могут быть только бабы, на которых еще не бывал. Пусть меня режут, но я заявлю наконец, все, что я спел, это полный пи. Спасибо. То есть давайте мы серьезно и не будем петь сегодня. Или будем петь, но относительно серьезно. Хорошо? Ага. Нет, ну одну серьезную мы споем все-таки. Ну вот и дошли. Краусраут! Ты будешь на нем распят. И божий дар на кубке подаст тебе Воланд. Ты станешь пить этот яд. И в последнем приюте бездомный ты будешь смертельно юн, как твой монумент надгробный, отлитый из бронзовых струн. Желал того сам и привил себе эту заразу. Только зная, сказок ложь — это изыск искусств. Здесь направо пойдешь, и зайдет ум за разум. И налево, и будешь без чувств. Но некто снес камень с развилки и бросил, бросил, бросил чужие миры. Орлы, куропатки, звук рваной струны. Брамы мира, как лиры, ряды параллельных ролей. Наши бюсты без
безмолвно стоя среди лиловых аллей. Нам не сделали руки, на звуки тиранят, как плеть. Но нам каменных уст не разъять, не сыграть и не спеть. Подоблачные сферы, переводчик в подземной войне. Ты слышишь стихи Люцифера и музыку Бога извне. И пытаясь поднять хоть на йоту жующее стадо, бросаешь свой бисер под их накопыченный шуз. Ты — диалог между небом и адом. Тебя позже назвали блюз. Мы ступили в крестом очервом очервивый поход. По блюзу, по среду за нами идет. Он спасет наши души, от души пошлет под залог и пришлет триумфальную парку для каждого в срок. Нам не нужно мечей, владеем и словом, и звуком. Только чаще мы раним себя и кричим от тоски. Наши души заходят в небесные сферы без стука. Мы прошли Рубикон за собой, сжигая мозги. Поднимаешь шлагбаум, шампалы и кровь твоя стынет. Видишь двери небесного града, закрыты извне. Только глаз поющих в пустыне, как скрипичный ключ на кирпичной стене. Перекрести меня заново заревом загнанный круг. Иоанн Креститель и разветвитель дорог. Мы стали крестами, касаясь устами табу. И Ева в костюме Адама нас видит в гробу. Распятие прошло успешно, и труп уже снят. Из кубка губки вкусивший уксуса холод, и узревший единого выдержал взгляд. Так входи, уже время не властно, а прошлом не надо. Там ты остался все так же юн. Диалог между небом и адом, отлитый из бронзовых струн. Thank you.
Спасибо. Так, ну что, вернемся мы. Чему-нибудь живенькому. Новый свет уходит 13 часов. Поезд на тот свет отходит 13 часов. И он ждет пассажиров своих на запасном пути, где стоял бронепоезд, списанный ныне в утиных. Чуть-чуть свет, чтобы успеть на Успенский вокзал. Запихал в саквояж, что все пел, что играл и писал. Со всем этим добром я валился в кассовый зал. Но крылатый немастый кассир в матюгальник сказал: поезд новый свет уходит налегке на вираж. И места лишь для тех, кто раздал на земле свой багаж. Грузовом у нас мертвые души и то, как побалласт. А живых трупов не возим, ступай, старичок, Бог подаст. Веселится и ликует, веселится и ликует, веселится и ликует, понимаешь, православный наш народ. Я рванул на перрон, не желая ждать лучшей поры. Поезд замер на старте, в котлах разводили пары. Я отбросил багаж, наплевать, лишь бы кто бы подвез. А на колесах сансары скрипел и гудел паровоз. Корсар, машинист из горла пьет шабли. Третий глаз перевязан, на шее обрывок петли. И вперед глядят остальные живые глаза. Но он настолько косой, что видят одни небеса. Я лег на путях, как подбитый зениткой икар. Надо мною склонился рогатый старик-кочегар. Подмигнул: шо, Каренин, не светит тебе ни шиша? Хочешь, в топке поедем, а мне за халтуру душа, а? Уйдет. Побрел я прочь солнцем палимый, ах, знать не дано. Но в последнем вагоне увидел открытым окно. И пустое купе я сказал себе: чадо, дерзай! И залез. Поезд тронулся. И я тронулся с криком: «Банзай!» Шепчу боли, поезд мчится в чистом поле вместе с полем. Но вошел контролер, козлоногий, безрогий, рябой.
Я пытался хохмить и сказал, у меня проездной. Тут он мне скомпассировал мозг, я загнулся от ран. А он сказал, тело сдай в морозильник, вагон-ресторан. А потом усмехнулся, с билетом я вижу голяк. Но ты, мой друг, не халявщик, ты гнусный некроманьяк. Нет, тут живчики были, там Данте или тот же этот Орфей. Но те хотя бы по бабам, а ты-то куда, Одиссей? Эй, эй, стой, эй! Меня сняли с экспресса перед самым въездом в тоннель. И таможник потребовал справку о смерти и цель. Наконец опознал, хмыкнул в бороду, звякнул ключом, сдвинул шпалы плечом и сделал вид, что он здесь ни при чем. Ровно в полночь, вернувшись по шпалам, я закончил вояк. На пустынном перроне стоял мой забытый багаж. Мне успеть бы раздать эти ноты и сотый слог. Ведь завтра поезд. Завтра. Поезд в новый свет. 13 часов. Поезд, 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 поезд в новый свет в 13 часов. Спасибо. Ну и в завершение. Димон, приготовь всех. А, вот так надо делать, да? Переполненность ада вызывает досаду. Возжелав ПМЖ, они лезут уже. Так, 6 часов 66 минут. И сознание того, что я здесь, а не тут. Прибортовый кабак, шлюхи, пьяни, матросня, поножовщина слева, тупая возня. Предо мной стоял он и протягивал ром. Я сказал, мне бы виски, но только со льдом.
Он ответил мне: письку засунь свой кондом, язык заодно. Вот такой вот облом. Он уселся за стол, налил мне и себе, осенился крестом и махнул сразу две. Прошептал харибол и добавил акбар. И заметил: у нас будет долгий базар. Промежуточный слой для низов ты небес, для небес ты отстой. Я здесь, чтоб тянуть тебя жалко из этих болот. И не то, чтоб я ангел, просто ты идиот. Мессия нижнего мира, я кричу, я ору тебе, Вера. Кто ты станешь для нас? Может, клад, может, ящик Пандоры? Шепот камня и крик мандрагоры. В своем прежнем миру ты был свет, ты был свят. И, возможно, гоним, может, даже распят. А теперь-ка давай потрудись сам вставать на колени, как магистр внутренних тел и внешних сношений. Ну, как тут между мирами разум давит тебе на плечо, и ты как будущий камень, и мир под себя не течет. Ты подобен упрямому корню, а я нанят псом. Я тащу, каменею, а ты на свету невесом. Тени творений корнями полезут из дыр, растворится делением без посредников сделанный мир. И ты сможешь, как мы, двигать мантрами горы. Шепот камня и крик мандрагоры. А тогда ты и сам.
обратишься во пса. Корнеплодов ловца, тоскуна в небеса. И по воле Творца, как Мессия Иса, станешь небо глаза видеть, как образа. Мессия нижнего мира, воздух, пламень, земля и вода обрастают эфиром. Куратор храпит и не видит свои мониторы. Шепот камня и крик мандрагоры. Валился под стол, осенился хвостом и улегся пластом. Выходя, я шатаясь об дверь обломал оба рога. И пока он там спал, я учился разгадывать Бога. Спасибо. Ожидаем фронт радикального искусства. Сейчас будет маленький перерыв, да?